Всем привет, дорогие друзья! Наш третий день в Эскишхире. И сегодня мы пойдем смотреть достопримечательности. Пойдем в Сазова парк, в общем, турецкий мир, так называемый парк. В общем, много-много чего будет интересно. Но сначала вам хочу рассказать, каким образом отапливаются квартиры в Эскишхире. И не только во многих городах Турции, потому что в Алании такой системы нет. Кое-где есть в Анталии, но в Алании нет. Вот вы видите, стоят батареи, в квартире у нас очень тепло, ну, точнее, в отеле в нашем, стоят вот такие батареи, и система отопления вот такая, отопление на газу, здесь включается счетчик горячей воды, и таким образом происходит отопление квартиры, везде стоят вот такие вот батареи, очень-очень тепло. Айхан, были бир даре айлк качпара гельджик фатура. Сейчас Айхан скажет, сколько стоит отопить газом вот такую вот квартиру. Айхан говорит примерно, ну примерно что? Примерно 150 лир зимой и 20 лир летом. Сейчас я вам покажу, как выглядит подъезд. Там тоже везде есть счетчики. Вот вы видите газовые счетчики. Бугастрими? Нет. Газовые счетчики, трубы около каждой квартиры. Так, пришли уборщики. И вот тоже счетчики. Газовые счетчики. Вот вы видите, около каждой квартиры есть вот такие счетчики. В общем, очень удобная система. Дай бог, чтобы в Алании когда-нибудь тоже у нас была такая система. Ну, а сейчас мы отправляемся в очень много интересных мест. Оставайтесь с нами. Думаю, что вам тоже будет интересно. Это третий день. И чем заняться в Эскишхире с детьми, но и также взрослым будет интересно посетить эти места. Если вы приезжаете в Эскишхир, обязательно берите с собой лиры, потому что обменников здесь очень мало, и курс не очень хороший. Вот мы нашли только Western Union. Поэтому, когда едете, едьте лучше с лирами. Прежде чем ехать в парк, мы идем покушать суп. Да-да, на завтрак в Турции едят суп. Сейчас проходим мимо маленьких магазинчиков, где ремонтируют обувь, сумки, красят. Ну и продают всякую фурнитуру. Ага. Вот так вот ремонтируют обувь в Эскишхире. По-русски говорим, да? Да. Да, вы говорите? Да, я тоже говорю. А почему? Я летом работаю в Анталии, с русским работаю. В Анталии? В Анталии работаю. А вы откуда сам? С России. Город? Мурманск. Мурманск? Далеко. Далеко и холодно. Но мы там... Белые ночи, да? Да. Но мы там не живем, мы в Алании живем. А, в Алании. Город Алании? В Турции. Не, Алании где? В городе были? Да. Не, я там тоже работал. В Алании там мамутла работал. Знаю, хорошо. Хорошо, я были. Болгария, Я с Всего доброго. До свидания, до свидания. Вот видите, в такой маленькой. Табан мы даем, что ли? Sizin dükkan çok küçük. Kışın soğuk olmuyor mu? Oluyor. Oluyor çünkü şeyi yok. Yazın sıcak. Zor, evet. Siz bu iş kaç sene yapıyorsunuz? Buyur. Kaç sene yapıyorsunuz? 14 yaşından beri. Her zaman. Yaş kaç? 57. 43 yıl. 43 года он работает вот в этом магазинчике, представляете? И здесь есть, кстати, стельки ортопедические. Ортопедик, дырьми был у нас? Ортопедические стельки. Вот такие вот, друзья, в Эскишхире маленькие. Молодец.
маленькие магазинчики. Вот такой здесь вещевой рынок. Все достаточно дешево. Можно купить и шапки, и носки. Посмотрите, например, носки 1 лира. В общем, всякие принадлежности для кухни. Здесь изготавливают и ножи, и обувь ремонтируют, и вещи продают. Сегодня мы пришли в другой ресторан, тоже покушать супа. Находится он на рынке. Покажу вам сначала цены. Вот вы видите, суп стоит 3,5 лиры, самое дорогое блюдо 10 лир. Есть мясные блюда с курицей, с грибами. Встречают нас вот такие вот дружелюбные люди. Внутри очень тепло, красиво, простенько. И здесь есть мясные кебабы. Есть... Ага, чиктымуно. Донер есть, есть супы, всякие разные. Четыре вида. Ага, есть кёфте. Evet. Есть куриные блюда. Кебабы. Мусакка, кыймалы йомурта, ciğer, guru, nohut. В общем, все есть на любой вкус. Evet. Нам принесли уже суп. Айхан, чорба насыл. Güzel mi? Ну и, конечно же, есть вода и хлеб бесплатно. O dönerin farkını sen biliyor musun? Onlar kendileri yapıyorlar döneri. Fark o, hazır değil. Kendileri kıymadan yapıyorlar. Et ve kıymadan beraber yapıyorlar. Et. Здесь даже донер не такой, как везде. Ну, в общем, сейчас будем пробовать суп, потом расскажу, как вкусно или нет. Сазова. Здесь есть, друзья, волшебный замок, планетариум. Новый проект, который построен, называется «Турецкий мир». Еще здесь есть где-то рядом зоопарк. В общем, сейчас мы во все эти места сходим. Представляете, как здесь классно летом. Здесь также ходит трамвайчик. Сейчас, конечно, народу мало. Ну, в общем, посмотрим сами и вам все покажем. Обязательно приезжайте сюда, здесь вы найдете занятия, ну, минимум на целый день, так точно. И детям интересно, и взрослым. Если говорить о чистоте, друзья, вот здесь написано, что здесь запрещено есть семечки, делать пикник и так далее. Но самое главное, есть семечки и все, что находится, всякая еда с шелухой, орехи, семечки и так далее. Почему в Алании говорят, что... нельзя запрещать. Вот вам, пожалуйста, хороший пример, что можно и даже нужно. Зоопарк и в аквариум стоит, видите, всего 10 лир. Для детей, по-моему, 5 лир. И
Дети до 4 лет бесплатно. Работает с 10 до 17. Вот так вот выглядит зоопарк. Здесь есть подводный мир, тропический мир, японский сад, много разных животных. И в первую очередь мы идем в подводный мир. Скажу почему, потому что здесь было много разных видов огромных рыб, и вот это вот мне понравилось больше всего. Ну а сейчас идем гулять по зоопарку и по садам. Привет. 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 Хорошо. Как дела? Супер, классно. Что делаешь? Не знаю. Кушать хочешь? Не знаю. Кушать? Не знаю. Пошли. Не хочу. Не хочешь? Ну тогда пошли гулять. Пока-пока. Пока.